Всем привет, с вами Квина, и мы продолжаем поиграть в Last of Us. Я только что перепрошла кусочек с этими щелкунами и потестировала гвоздевые мины. И вы сможете посмотреть это за кадром. Что ж, продолжаем. Я надеюсь, я так же рада вернуться в эту игру, как я. Окей, сейчас заберемся, не переживай. Отличный обзор. Я скажу Билли. Кто ее тут оставил? У тебя есть друзья? Нет. Да, но интересный я знаю, вопрос. Кто мог бы тут пройти? Школа за этим домом. Идем внутрь. За каким? Давай, Элли. За этим? Элли, ты перешла там? Или что стоишь, ждешь? Ну ладно. Оп. Вроде никого. Это ненадолго. Бассейн. Нет. Полный жижи. Меня нет. Все нормально, пошли. Элли не укусили, вы не думайте ничего такого. Так. Здесь в кустах нам ничего не оставили, ничего. О, домик какой-то. А что в домике? Ничего плохого. Все только хорошее. Отлично. Мы молодцы. Немножко прибарахлились, да? О, мы можем вот это сделать. Не знаю, стоит ли. Ножик можем сделать или эту штучку. Ну, ножика пока два, давайте укрепим нашу палку, копалку. Да, я потом пересматривала видео, оказалось, что это была очень хорошая палочка. Я сбегала в угол и посмотрела, там были лекарства. А там что? Что здесь? Что в этом темном углу? Как обычно, ничего, да? Что же, Билли, идем? Как-то темновато, однако, в этом доме. Неужели они не ждут гостей? Боже, что за звуки? Все плохо? Нет? Или хорошо? Сейчас посмотрим, что здесь. О, нет места. Нет места. Ты бутылка зажигательного смеси? Да ты, блин, нету места. Ну да. Ну ладно, что ж поделать. Зато вот это вот у нас есть. Так. Не это. Нет, это. Да, вот мы могли еще одну аптечку сделать. Ладно, пока не будем ничего делать. У нас их пока что полно. И тут чуть не пропустили. Отлично. Ничего, никаких больше секретиков не запрятали люди. Лутать одно удовольствие. Блин, что так темно, а? Я переживаю, что, может быть, настройки им такие темные. Эй, Джоэл! Что? Что? Там наверху можно пройти? Да ты что? Ничего себе. Взяли. Так, очевидно. Невероятно. Ничего нет, никаких монстров. Ну, какая-то была бумажка, но, очевидно, просто бумажка. Нам, значит, бы сказали, что можно. Почему она не открывается, дверь? У тебя вид, как будто ты открываешься. Ой, боже. Детская. Можно тебя отвлечь на секунду? Да. Да. Мне очень жаль, что так получилось. Я Тесс. Все, и на этом тема закрыта. Элли. За меня не переживай. Надо найти Билла. Ясно.
Да, с Тесс получилось печально. Все-таки она его женщина была. Не знаю, сколько она они вместе были. Не знаю, была у них там прям большая любовь, так чтоб до гроба. Но они были партнерами во многом. Лекарств немножко. Я думаю, мы потом их как-то улучшим наши навыки. Пока что я не уверена, что лучше брать. Так люди жили. Какое все плесенью покрылось уже. Все печально. Все плохо, все грустно. Секунду. Я сохранилась. Я постараюсь все самые такие кусочки типа лута поиска или там сохранения вырезать, чтобы... Да, мы что-то не посмотрели. Паш! Сегодня мой счастливый день. Блин. Эти зарядим. А на этих нету места. Ну, блин. Так, здесь мы были, да? Были. Там мы зашли. Зашли, с входа нет. Здесь были. Здесь все взяли, да? Ой, нет, не все. Отлично. Блин, этот кружок красный вокруг предмета вечно меня сбивает. Взять, нет. Сбивает с толку. Сейчас помогу. Только вдруг ты что-то интересное. Нет. 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 А, это лучше. У нее 6. А этой один нож и 4 палочки. А вот этой. А у биты просто ножа нет. Ладно. Возьмем это. Потом разберемся. О, стрелы. Ля-ля-ля. Люблю я стрелы. Блин, бита, ты меня смущаешь. У меня пока палка есть хорошая. Вечно я переживаю. Что я говорил? Вон грузовик торчит из стены школы. Пошли. Обалдеть. Совсем... Совсем мало их, что делать. Они близко, так что не шумите. Да. А куда нам вообще идти? Один. Здесь один. А, этот наш Билл, там сидит еще один. Ладно, попытаемся его обезвредить. Давай, дергается. Фух, чуть-чуть легче. Где тут? Так. Здесь. Боже мой, как ты тяжело бежишь. Ай-яй-яй-яй-яй, женщина. Да не говорили. Нас увидят. Давай, иди сюда. Так, вблизи других я пока не вижу, ну разве что. О, она обратно пошла, блин. Такая мирная обстановка, все спокойно. Птички щебечут. Она спиной обернется вообще? Она планирует это или нет? Давай. Души. По-тихому сделали, да? Мы молодцы. Ох,
Фу. Так, ладно. Мы уже крутые ковбои, да? Но расслабляться булками не стоит. Там еще кто-то бродит. Слышу. Интересно, вы там до бесконечности появляетесь или просто прикалываетесь надо мной? Геймпад дрожит, когда мы их убиваем. Надеюсь, они не бесконечные. Блин, еще какие-то звуки страшные. Тату идет, чувак. Так, ладно. Я, пожалуй, побегу туда. Блин, и тут кто-то. Ну, вот он здесь стоит один, этот чувак. Всех передушим, всех перестреляем. Избавим мир от этих монстров страшных, чтобы они еще и грибницы тут не это не устраивали. Так, мы отсюда пришли, да? Ну да, с того дома. Ну ладно, идем дальше. Я надеялась, что тут что-нибудь будет интересное. Но очевидно. Звуки. Ага, вот. Еще один. То есть два. Так, близко не шумите. Да блин! Ну, блин, стреляй давай. Молодец. Да. Вовремя. Молодец. Блин. Блин, не блин. А мы вроде как избавились от них. Эля, бегом! Бегом! Сколько тут этих тварей? Думал, будет сложнее. Ты оптимист. Наверное, где-то еще засели. Хватит действовать наобум. Как туда попасть? Да. Я то, что мы крутые, я, однако, переборщила, наврала. Они как-то так скрываются, что их нифига не видно. На крыше автобуса лестница. Подсадите, я могу ее спустить. Хорошо, да я вижу. Да, да, я поняла, Эли. Секундочку. Надо осмотреться, нету ли здесь еще бегунов. Бегунов или щелкунов. Так, здесь ничего не лежит. А зачем мы сюда забрались? Да, наверное, надо будет... туда куда-то перебраться. Нет, мы сюда уже перебрались. Так, ты не открываешься, да? Ладно, или идем. Где? Давай. Нет, наверное, тебя с той стороны надо подпить. Вот, да.
Давай, Лип. Прыг-прыг. Делай. Молодчинка. Что там? Только не дай себя убить. Вот спасибо. Он уже переживает за Элли, да? Ну, мы вроде все посмотрели тут. Сейчас бегу еще раз. Я так поняла, что люди в панике уезжали. Хорошо. Теперь нужно добраться до кузова. Окей. Так, тут у нас заряжено. А где вторая винтовка? А, у нас снайперка типа. Ладно. Давай. А что у нас с палкой? Ага, ну да, ничего хорошего. Черт, слышишь? Они идут! Быстрее, малявка! Жесть! Они навалились на забор! Да он сейчас рухнет! Где, где, где они? Ой, блин. Чего вы так уберетесь? Да, цепись их, давай! Черт! Это не поможет! Билл, скорее! Капец, что делать? Толкай! Дайте хоть минуты покоя, спрошу. Ну, да скоро там! Пусто. Что? Ни хрена нет. Народ! Куда теперь? Билл, куда? Подальше отсюда. Живо, уносим ноги. Блин, ничего нет, мы зря пришли, ё-мо. Так. Дверь. Давайте. Через черный ход. Давайте. Вы двое, за мной. Я выведу вас отсюда. Ты шутишь? Я же не знаю, куда идти. Бегун. Бегун, свистун, хрипун. Так, тут еще кто-то есть. Сверху, здесь снизу. Подсветите мне, ребята. Тут можно пройти. Где? Прорваться бы мимо этих. Сюда! Где? Где? Так, ячейки, здесь ничего. Я что-то не слышу страшных звуков, ребята. Значит, мы можем все спокойно осмотреть, да? Ну, конечно, мы не сильно идеально прошли, ну да ладно. А, палка. Это лучше. Спасибо. Лечение. Поели. О, бомбочка.
Будем отходить по заложам. Обязательно. Я так понимаю, что нам наверх надо? Или нет? Сюда? Сюда не пройти. Где проход, он сказал, я не знаю. Как обычно, да? А, вот может быть туда, да, наверное, да? Сюда, сюда, сюда. Блин. Похоже, через коридор можно пройти. Да. Блин. 14, ну ничего себе. Так, ладно, здоровье на это же вроде не сильно пострадало. Кравчики, вы мне ничего не скажете хорошего? Ага. И бомба не взорвалась. А можно ее взять обратно? Да. Ну и ладно. Так, секунду. Сохранилось. Помоги открыть. Давай, давай, открывайте. Ты готов? Ребята. Поднапрягитесь. Еще. Давай. Мы все время их побеждаем. Подопрем двери. Нифига себе, штукенцы. Долго не выдержу. Это не к добру. Нифига себе штука. Ой, блин, он посылает. Кошмар. Ага, броня из грибковок наростов, да? И как их победить? Ой, блин, ты жив? Все. Так, Р1. Почему он такой, блин, раздутый? Давно болеет. Вот и разнесло, как утопленника. Р1. А, потому и топляк, ясно. Не хочу прерывать ваш урок биологии, но давайте свалим отсюда. Нахер. Фух. Лезем наверх. Подсади хорошо. Меня, Джо. Сейчас. Секунду. Ух, ты боже мой, какой ты страшный. Ох-ох-ох. Все, все берем, берем все. Главное, что пулек нету на наш любимый пистолет. А как их поменять местами, я не знаю. Ладно. Палка, иди ко мне. Иди ко мне, дорогая. Будем тобой... Ага, тут пули. А у этих нет места. Ну, что ж ты будешь делать? Ух, ух. Я, конечно, испугалась. Но, блин, я чувствую, нам таких еще штук 150 попадется. И патроны не можем взять. Ну, что ты будешь делать, блин? Безобразие. Ладно, давай, подсаживаем тебя. Лезем наверх. Ага. Давай. Я надеюсь, сейчас не выбежит 150 штук.
Лезем, лезем. Джон, сзади! Твою мать! Ну, ну. Я понял, вижу! Что делать, что делать? Отобьемся, отобьемся. И от тебя отобьемся. Давай, 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 давай. Нет, нет, нет. Нет, L2, 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 расталкиваем, расталкиваем. L2, выбирайся, 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 выбирайся. Так, что, что? Блин, я так и думала, что они... Нет, не говорите мне, что я опять его должна убирать. Нет, 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 давай, давай, иди в баню. И ты остался, поганец третий. Ну, это вот стоило вообще. Сними все, залезай! Быстро! А раньше нельзя было, да? Мы бы сверху там все постреляли. Ты, наверное, переживал, что... что за ноги укусят, да? Ну, может, ты был и прав. Блин, я же, наверное, не спущусь, да? Спустилась. Ой, летечка. Иди сюда, помоги мне. Давай. О! Надо было посмотреть, да? Фух. Ну, чё, я догадливая. Ладно, на этом месте с вами закончим. Патроны не взяла, да? Ну, я не буду уже рисковать и спрыгивать, чтобы забрать их. Ух, какие страшные эти с наростами. Я рада, что мы их убили, но, блин... Ох, я чувствую, что это не последние страшные чуваки, которых мы видели. Это, видимо, та последняя стадия самая. Ладненько, на этом мы закончим. Серия, мне кажется, получилась небольшая, но куча экшена. Ладно. Все, вам пока. Смотрите, вы видите, сзади его тень. Пока-пока.